Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. В современном стиле casual совмещается все то, чего так не хватает женщинам в повседневной одежде. Когда хочется одеться не навязчиво, но эффектно. Для встречи с друзьями, прогулок с семьей или даже просто походов на работу. Наряду со стилем boho, grunge и street style, casual занимает свое почетное место. Именно casual впитал в себя все то, чего так нам не хватает в повседневной одежде. Обычно женственные наряды в стиле casual не имеют слишком обтягивающих юбок или платьев. Они не имеют кричащих ярких деталей, соблазнительных разрезов. Совместно с этими вещами всегда можно позволить себе удобную обувь на низком ходу, танкетке или устойчивом каблуке. Главной особенностью этих вещей является удобство, будь то платье, юбка, сарафан или брюки. С помощью этих вещей можно подчеркнуть все свои достоинства и при этом ничуть не будет сковывать движение. С юбками и брюками в этом стиле можно с легкостью комбинировать свои любимые свитера и рубашки. В этом модном стиле всегда в первую очередь стоит комфорт. Поэтому чаще всего женщины выбирают такие стильные вещи, как джинсы, рубашки, свитера и жакеты. Это модное направление с легкостью может использовать женщина любого возраста, будь ей 20 или 50. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!